А вот в московском списке «Единой России» значится известный лизоблюд Владимир Машков. Он идет паровозом, то есть в «Единой России» надеются, что избиратель-дурачок проголосует за известного актера, а актер потом откажется от мандата и передаст его какому-нибудь очередному мерзкому подонку-единороссу. Так уже бывало на предыдущих выборах, например, в 2011 году. Ну и не забываем, что Машков — это один из самых громких и активных агитаторов за надругательство над Конституцией. Когда Конституцию переписывали ради обнуления сроков Путина, Машков за это активно топил. Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы, и чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть нашей территории, переписать нашу историю. Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России.